Главный товар дня – это роскошное летнее платье из королевского шифона, которое действительно играет возле коленочек, которое струится по телу, которое можно добавлять аксессуары. Платье, в котором вы ощущаете себя особенной. Именно в платье, в котором мы все-таки вспоминаем, что мы с вами женщины. Вспомните, как мы с вами часто бежим. Наденем джинсы, напялим, сумки, бежим, знаете, такими кроссовками. Но при этом нужно чуть-чуть остановиться, чуть-чуть подышать, вздохнуть и вспомнить, что вы девочка, женщина, девушка, которая получает комплименты и о которой заботится. Ведь согласитесь, когда вы надеваете платье, внимание к вам гораздо больше. Представляет главный товар дня сегодня самый элегантный мужчина телеканала «Шоппинг-шоу» Микола Комендров, который всегда говорит: девчонки, надевайте платье. Это ваш собственный атрибут, который мужчинам не дозволен. И да, и бренд «Делайла» у нас с вами сегодня представляет впервые свое изысканное платье, ведь он олицетворяется в стиле 50-х. Знаменитый рисунок «Либерти» уводит в эстетику французского нежного Прованса в эти самые бескрайние поля лаванды. Легкое шифоновое полотно, как тот самый легкий ветерок, который как раз-таки колышет колосья той самой лаванды. А вот красивый А-образный силуэт – это как Пизанская башня, ой, точнее, эльфовая башня, которая создает то самое романтическое настроение. Красивая легкая форма, рукав реглан и эластичный воротник обеспечат максимальный комфорт, как та самая удобная, вкусная, точнее, ароматная чашечка кофе с тем самым нежным сливочным маслом. Слушайте, и да, горячим круассаном. Насколько ты вкусно описываешь, представьте, какое воображение у мужчин разыгрывается, когда вы надеваете платье. Платье – это элемент женственности, это тот самый элемент, который напоминает нашим мужчинам, нашим детям, окружающим, что мы хрупкая, тонкая женщина, и нам нужно особое внимание. Но самое главное украшение платья, конечно, это женщина, которая его носит. В этом платье вы будете просто ослепить. Выбирайте свой оттенок. У нас сегодня есть цветовая гамма на выбор. 6 цветов. Розовый цвет. Ты знаешь, он цвет не Барби, не кукольный, да, а именно благородный розовый оттенок для элегантных дам. Хотя при этом у нас с вами сейчас стартовала премьера кинофильма, или стартует, да, как раз-таки про знаменитую куклу. Поэтому можно как раз-таки сделать отсылку. А вот смотри, нюдовый цвет, а бежевый самый называется нежный в заказе. Вот именно мужчины реагируют на нюдовые оттенки. Да, потому что обнаженный цвет сливается со цветом кожи, а вы еще подзагорите, и вы так красиво загораете. А мой любимый цвет зеленый. Сегодня кстати, он лидирующий с прошлого цвет часа. Цвет гармонии. А далее темно-зеленый изумрудный вот оттенок. Очень красивый твой любимый цвет. Да, к нему, мне кажется, мало. Молочный цвет кардигана, ой, или плаща. Да, мне очень нравится голубой цвет. Посмотрите, какой он нежный. Как он красиво будет смотреться на загорелой коже. Голубой джинсовкой, например, да, темно-синий цвет, цвет успешных женщин, цвет миллионеров. Внимание, сколько мы выбирали платье, сколько мы ходили по магазинам. Цены на платье сегодня идут от 5000 рублей. Сегодня вы получаете свое женственное платье, свою обнаженную душу. Вы как будто раскрываетесь перед окружающими и говорите: я женщина, и ко мне нужно особое отношение. И сегодня это платье за 1999 рублей платье с подкладом, то есть у нас ничего не просвечивает, это легкий, роскошный шифон, который будет будоражить внимание окружающих. Звоните прямо сейчас, успевайте, это ограниченная партия только на один день. Итак, размеры от 48 до 62. Микол, вот как правильно выбрать размер? Данное платье я делал в первом части замер на 48, кстати, стандартном первый. Размер по груди идет на 50-й, по талии он увеличивается еще на плюс 10 и на бедрах еще плюс 20 сантиметров. Делаем вывод: от 48 до 62 размер в размер по груди, до 64 дама по бедру может присоединиться и забрать платье. То есть последний размер 62-64 по бедрам тоже может присоединиться. Длина платья у нас с вами 96 сантиметров, так как у нас по статистике в основном дамы дюймовочки, наши покупательницы, поэтому это платье будет сидеть идеально. С хорошей красивой коленочкой, не стесняясь, демонстрируйте ее, потому что платье выглядит очень эффектно и не нежно. Ну и, конечно же, можно будет в осенний период носить даже с ботфортами. Да вообще платье – это роскошь всегда. Мы забыли, что такое платье. Мы привыкли облачаться в брюки, в шорты, в джинсы. Это уже наша повседневная одежда. Так что же отличает нас от мужчин? Конечно, платье. Микола создал для нас самые роскошные образы. Вы только посмотрите. Куртка-косуха, роскошное стильное платье, каблуки, эффектная сумка. Вы неотразимо, на вас смотрят все. Или у вас романтичная легкая сумка, сумочка, аккуратные босоножки и очки. Пожалуйста, вы опять женщина. Кстати, вот у меня подруга, у нее два сына и муж. Я говорю: ты никогда не носишь брюки? Она говорит: ну, у меня и так, я и так типа за мужчин, да, все делаю. Мне хочется, чтобы они понимали, что я-то женщина в их обществе. И она говорит: я ношу только платье, чтобы они больше обо мне заботились. Бренд как раз-таки «Делайла»
у нас с вами и является его главной такой точкой, сердцевиной, да, ядром именно создания женственной одежды на основе платьев и костюмов. То есть нет в этом бренде каких-то одежды унисекс, какой-то вот размазанной гендерности, только чистокровная женская силуэта, причем невинности, кроткости и легкости. Напомним, да, то, что мы платье будем с вами носить летом, будем носить с вами осенью и зимой, поэтому цену, в принципе, можно даже делить на 4. То есть что-то менее 500 рублей получается на каждый сезон. Лето отгуляли с сандалиями-мюлями, осенью с курткой-плащом. Вот я вам, кстати, представляю плащ от бренда Симона Жаклин, да, тоже был главным предложением дня. Его при желании можно сегодня также заказать. У кого он уже есть, пожалуйста, вместе с платьем. Мое сочетание, да, то есть образ от Миколы, это бежевый тренч и темно-зеленое платье. Это мой фаворит. Главное, успейте дозвониться, потому что платье уже у нас начинает разлетаться во все уголки нашей страны. Ведь это ваша женственность, это ваша душа. Когда мы говорим сегодня именно о женском образе, мы, конечно, видим женщину не в брюках, не в джинсах, не в шортах, не в бермудах, а именно в платье, потому что оно олицетворяет именно нашу с вами красоту. Мы забыли носить платье, именно поэтому мы взвалили на себя мужские обязанности. А вот сейчас нужно вспомнить, что мы женщина, бросить эти сумки, которые мы несем тяжелые, пусть мужчины этим занимаются, а мы с вами будем легкой походкой идти и гулять. Что, не согласен со мной? Нет, наоборот, согласен, хотя, знаешь, иногда вот я говорю такую фразу, да, когда дама так неприглядно одевается, несет эти сумки, никто ее не замечает. Вот именно. Никто не захочет помочь, потому что этого человека не видно. А вот когда хрупкая, на каблуках, нежная красивым, женщина, и когда резонирует, мужчина видит, то, что такая женственная, на каблучках, в платье, несет тяжелые сумки, у него сразу реагирует организм. Надо помочь, она хрупкая. А когда вы облачаетесь в одежду, которая делает вас такой слишком сильный, тогда эти сумки смотрятся у вас как гармонично. Тогда никто не хочет. Ну и шифон сам, он уже облегчает фигуру. Независимо от форм, смотрите, у нас размеры до 62-го. И независимо от того, какая у вас фигура, какие формы, вы будете женственной и легкой, потому что шифон – это легкий нежный ветерок, который будет обнимать вашу фигуру. Все закрыто, ручки спрятаны, грудь закрыта, но при этом насколько оно манящее. Звоните прямо сейчас и делайте свои первые заказы.